Labas vakaras. Ačiū Dievui, kad visi mes čia susirinkom šį vakarą. Ir padėkos šventė. Mes susirinkom padėkoti Dievui už tai, kad Jisai veda mus. Todėl, kad Jo ranka yra ant mūsų ir Jisai veda mus. Jo malonė, Jo jėga, Jo gailestingumas veda mums. Taigi bažnyčios statyba tai yra kova. Ir kartais būna visokie laikai. Bet ačiū Dievui, kad mes savo širdim neleidom kažkokiam nusivylimui, netikėjimui. Kad mes einam paskui Dievą pro siaurus vartus, nežiūrint į jokias aplinkybės. Pasakyk amen. Kad mes einam paskui Viešpatį, garbinam jį ir šlovinam jį. Taigi šį vakarą mes susirinkom, kad padėkoti jam. Ir mes turim šiandieną svečių iš Kaliningrado pastorius Vardanas, mūsų vyresnysis pastorius Mozė. Galit paploti visi. Aleliuja. Taip, ir pastorius Sidaras Andrėjus iš Baltarusijos. Tai yra mūsų kurie myli mūsų bažnyčią ir palaiko mūsų bažnyčią. Kurie eina. Наши друзья, которые любят эту церковь, поддерживают эту церковь, идут вместе, молятся за нас. И поэтому мы собрались сегодня вместе поблагодарить Бога за то, что Он довел нас до сегодня. Давайте мы встанем на ноги и начнем молиться. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Ачу то Вешпатия! Ачу то Вешпатия! Ачу то Иезу, дякуємо Тау! Мес мілімо Тебе! О, мес усірінкоме ча там, кад подякоти Тау! Кад ішаукштинти Таву варда! Кад пошловінти Таву варда! Ачу то Вешпатия! Ачу то Вешпатия! Дякуємо Тау, Халілюя. Мес дякуємо Тау, Дєве, мес дякуємо Тау, мес гарбінамо Тебе, мес аукштинамо Тебе, мес норім атідуати віса шлове гірю ір гарбе Тау шитой вєтой. Падяка Тау, Вєшпатє, мес дякуємо Тау, ачу Тау, Вєшпатє. Ir traukiasi tamsa,
Pasaulis pamatys viešpatyje, koks didis esi. Jėzau, tu šviesa, Jėzau, tu tiesa ir malonė. Jėzau, giesmės tau, Jėzau, maldos tau, Dievo soste sėdinčiam tau. Šlovė, šlovė, garbė.
знать истина. Мы славим Тебя, мы хвалим Тебя, всемогущему хвала на троне. Хвала, величие и власть на небе и на земле. Хвала, величие и власть на небе и на земле. О, мы поем Тебе хвала, величие и власть на небе и на земле. О, хвала, величие и власть на небе и на земле. Поем все вместе. Хвала, величие и власть на небе и на земле. Хвала, величие, хвала, величие и власть на небе и на земле. Хвала, величие и власть. Хвала, величие и власть на небе и на земле. На небе и на земле. Хвала, величие, на небе и на земле. Yeah.
Savo gyvenimu
duodu tau mano garbėtoja. Tik tau vienam noriu gyvent, noriu sekti tavi, nes tik tu esi šviesa. Vienintelė šviesa žemišoj, širdį atiduodu tau. Тебе, Господь. Гарбинам Тебе, Вешпатия. Аллилуйя, Jesus, 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 Jesus. Давайте откроем свои сердца. Отверкиме саво сердис. И позволим Господу и лязким Вешпачу подготовить порожте, чтобы слово упало на хорошую подготовленную почву. Кад Деву жодис Кристу и гера дирва. Аллилуйя, Jesus, Шила Рама Санта Глори, Глори. Ура Лаба Санта Глори, Лабра Санта Глори, Лабра Санта Глори. Аллилуйя, Иисус, Лембра Кенда Фрема Санта Глори, Лабра Санта Глори.
О, приди, Господь, приди, Иисус. Атек, Иесу, атек. И наполни нас. Припильдик мос. Мы жаждем Тебя, Господь, жаждем Тебя, Иисус. Нас трогштам Тебя, Свешпатия. Без Тебя мы не можем делать ничего. Бе Тавес нико не галим дарити. Мы нуждаемся в Тебе. Мум рейке Тавес, Свешпатия. Мы нуждаемся в Тебе, Господь Иисус. Мум рейке Тавес, Свешпатия. Аллилуйя. Господь Иисус, мы верим, Вешпатия Иезу, мес тиким, что не воинством, а не силою, кад не яга ир галибе, но Духом Моим говорит Господь. Бет ману двася, сако Вешпац, я прошу Тебя, коснись. Аж прошу Тебя, спалеск, швентой двася. Духом Твоим. Саво швентай двася. И пусть это слово, ир тигул шита жодис, оно коснется. Палече. И произведет работу, ir padaro darbą, необходимую для этого вечера, kuris reikalingas šiam vakarui, для той ситуации, šitai situacijai, или для тех обстоятельств, šitom aplinkybėm. Нуждаемся в Тебе, Господь Иисус. Mums reikia Tavęs, Viešpatie. Нуждаемся в Тебе, Иисус. Mums reikia Tavęs, Viešpatie. Аллилуйя, Иисус. Давайте дадим Господу славу. Господь достоин. И весь народ скажет. И весь народ посекис. Давайте мы повернемся друг к другу, поприветствуем его, что-то хорошее скажем. Отсисуким, посекиким кашкаяро. Спасибо, Арунас, ты можешь немножко, чуть-чуть, прежде чем я буду проповедовать. Спасибо, прославление. Симоней. Это супер. Я думаю, что мы поздоровались, поприветствовали. Аж мы только нас посисвейкином. Аминь. Знаете, друзья, я очень рад быть здесь. Ман лабый джугу бути че. Большое спасибо пастору за приглашение. Дидели сачу пастуря муж поквитима. Знаете, друзья, я верю, что очень важно, насколько мы умеем или учимся строить взаимоотношения. Аж манау, кад ир лабай сварбу, ан кек мес мокам статити сантикюс. Знаете, я прежде чем я буду проповедовать, преж помокслаудамас, я хочу прочитать одно место. Норю поскайтити вена вета. Оно записано в четвертой книге царств. Ира кетвиртас каралю. И Четвертое царство, наверное, первое Самуила. Угу.
И один момент, который четвертый. Какой четвертый? Это четвертая книга Царств. Какая глава? Четвертая книга Царств, четвертая глава. Четвертая скириус. И несколько стихов, и одну мысль подчеркнуть. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Vieno pranašo žmona šaukė Eliziejui: «Tavo tarnas, mano vyras, mirė. Tu žinai, kad jis bijojo viešpatės, tačiau skolintojas atėjo už skolą paimti vergais abu mano sūnus». Ir сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Eliziejus klausė: «Ko galiu padėti? Sakyk, ką turi namuose?» Jie atsakė: «Nieko kito neturiu, tik ąsotėlį aliejaus». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». Jis jai tarė: «Eik ir paskolink tuščių indų iš visų savo kaimynų, nemažai pasiskolink». И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полное оставляй. Сугрижуси усиренкик дурис су саво сунумис, ир пилк алею, и висус тущус индус, о пилнус падек и шали. Знаете, это очень интересная история. Теги лабы доми история. Но я не буду ее всю рассказывать. Аж не пасакусь я виса. Я думаю, что мы все читаем Библию. Манау, кат виси скайтуме Библия. Но интересная мысль здесь. Конечно, если мы прочитаем немножко дальше, мы видим о том, что Господь совершил чудо. Но я хотел бы сказать, что предшествует чуду. Елисей говорит: «Пойди к соседям». Елисей сако: «Эйд паскайминус». «И набери сосудов». Ir prirink indų. Смотрите, друзья, если у тебя нету взаимоотношений с соседями, jeigu tu neturi santykių su kaimynais, как ты думаешь, если бы у этой женщины не было взаимоотношений с соседями, kaip tu manai, jeigu šita moteris neturėtų santykių su kaimynais, то дали бы ей соседи сосуды? Ar galėtų duoti ąsotėlių kaimynai jai? Я думаю, что нет. Аж манал, как не. Знаете, и вот почему я обратил внимание на это место сейчас? Кодел аж открепил демеси, бутен ты щита вета дабар? Мы иногда сфокусированы лишь только вот на этой завершающей стадии. Мес картес асаме суфокусуоти тиктай и та паскутиня стадия. Мы сфокусированы именно на самом чуде. Мес суфокусуоти почему стебукле? Но всегда есть предпосылки. Бет висада эйна кашкас преш. Которые предшествуют чуду. Ира далекой куре, ира преш стебукла. И знаете, когда я читаю вот это место? Ир когда ж скайто ущитара что вето? Что я вижу? Каш мотал. Что у этой женщины были хорошие взаимоотношения с соседями? Качита моторис трио геру сантику су кайминайс. Скажи аллилуйя. Пасаки калелюя. И знаете, очень важно. Labai svarbu, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения. Kad tarp mūsų būtų geri santykiai. С братьями, с соседями. Su broliais, su kaimynais. С соседними церквями. Su kaimyninėm bažnyčiom. С соседними пастырями. Su kaimyniniais pastoriais. Аминь. Аминь. Знаете, я хотел бы поблагодарить пастора Моисея. Norėčiau padėkoti pastoriui Mozei. Что благодаря пастору Моисею пастору Мозе, и тому, что мы могли с ним общаться и дружить, и, как мы с другауты, я сегодня нахожусь здесь.
Šiandieną aš esu čia. С вами. Su jumis. С такими прекрасными людьми. Su tokiais nuostabiais žmonėmis. С пастором Ольгой. Su pastore Olga. И всеми служителями, которые здесь есть. Ir su visais tarnautojais, kurie šiandien vakare čia esate. Но я вот так думаю. Bet aš galvoju. А если бы мы с пастором Моисеем не общались? O jeigu mes nebūtume bendravę su pastoriumi Moze? Пригласил ли бы когда-нибудь пастор Моисей меня сюда? Ar būtų kada nors pakvietęs mane čia? Ну, конечно же, нет. Taigi, aišku, kad ne. И мы бы с вами никогда не встретились. Ir mes niekuomet su jumis nebūtumėme susitikę. Аминь. Аминь. И мы бы не получили бы благословения. Ir nebūtumėme gavę palaiminimo. Да? Но благодаря этой дружбе, этому знакомству, bet dėka šitos draugystės, я сегодня здесь, на этом месте. Šiandieną aš esu čia, šitoj vietoj. И мы можем общаться и дружить с вами. Galime bendrauti ir draugauti. Это так здорово. Tai yra nuostabu. Знаете, такие простые вещи. Štai tokie paprasti dalykai. У меня просто нету времени. Tiesiog nėra laiko. И это не моя тема сегодня. Ir tai ne mano tema šiandien. Я вам бы рассказал бы, как много имеют взаимоотношения вообще в жизни. Galėčiau pasakyti, kiek daug reikšmės turi santykiai gyvenime. Поэтому я призываю вас сегодня. Todėl noriu jūs raginti šiandieną. Учитесь строить отношения. Mokykitės statyti santykius. Учитесь дружить. Draugauti mokykitės. Я вам скажу, двери будут открыты, огромные двери для вас будут открыты. Ir jums bus didelės durys atidarytos. Одну историю, ладно, расскажу об этом. Gerai, papasakosiu vieną istoriją. Хорошо, можно, да? Аруна, спасибо большое, да, уже можно там тебе. Знаете, недавно, вот просто по этой теме я потом буду проповедовать. У нас в Беларуси есть одна очень огромная, огромная торговая сеть. В Беларуси есть очень большая прикиби... Тинклас, тинклас. Там работает более 25 тысяч человек. Там dirba daugiau negu 25 tūkstančių žmonių. Огромные налоги идут благодаря этой работе. Dėka šito darbo yra labai dideli mokesčiai. И вот в этой фирме ir šitoje firmoje, начали происходить какие-то странные вещи. Pradėjo vykti keisti dalykai. То какой-то пожар случился. Tai atsitiko kažkoks gaisras. То какие-то вещи упали на одного человека, который работал на складе. Tai kažkokie daiktai nukrito ant žmogaus, kuris dirbo sandėly. И убило этого человека. Ir užmušė šitą žmogų. И много-много разных вот таких потрясений. Taigi labai daug visokių sukrėtimų. И эти самые главные VIP-менеджеры, они собрались на совещание. Ir менеджеры susirinko pasitarimui. И они говорят, нужно что-то делать. Ir jie sako, kad reikėtų kažką daryti. Потому что хоть какое-то проклятие, ну, работает. Nes veikia kažkoks prakeikimas. Говорит, надо пригласить какого-то священника. Reikėtų pakviesti kunigą, šventiką. Который бы пришел бы и осветил бы наше все здание. Kuris ateitų ir palaimintų, apšviestų tą visą mūsų pastatą. Ихняя сеть имеет в Беларуси около 300 магазинов. Ir jų tinkslas turi apie 300 parduotuvių. И они не захотели пригласить православного священника. Ir jie nenorėjo pakviesti pravoslavų kunigo. И они говорят, надо найти какого-то другого священника. Sako, reikia atrasti kažkokį kitą pamokslininką. И там один работал с человеком, с моим другом. Ir ten vienas dirbo su mano draugu. Они делали бизнес. Jie kartu darė biznį. И он обратился к этому человеку. Ir jisai kreipėsi į šitą žmogų. И он знал, что он верующий. Žinojo, kad jisai yra tikintis. И он говорит, есть ли у тебя знакомый священник? Jis sako, ar tu turi pažįstamą šventiką? А он ходит ко мне в церковь. O jisai eina į mano bažnyčią. Он говорит, ну да, я, говорит, могу пастору своему сказать. Taip, sako, aš galiu pasakyti savo pastoriui. И он говорит, ну все, говори пастору, пусть пастор придет. Sako, ну viskas, sakyk pastoriui, tegul pastorius ateina. И они пригласили меня в свой офис, а это такое святое святых. Ir jie pakvietė mane į savo ofisą, o tas ofisas yra jų šventų švenčiausia. Эти люди, они настолько деловые. Šitie žmonės, jie ant tiek tokie yra. Они вообще с человеком не разговаривают больше одной минуты. Jie niekada su žmogum nekalba daugiau negu vieną minutę. У них все расписано. Pas juos viskas surašyta laikas. Они летают самолетами. Jie skrenda lėktuvais. Вертолетами. Малунспарнейс. Да. И вот они пригласили меня к себе в офис. Ir pakvietė mane pas save į ofisą. Я оделся, пришел туда. Aš apsirengiau, atėjau.
И вот там три самых главных вот этих менеджера. Ir ten buvo trys patys svarbiausi menedžeriai. Они сели передо мной. Jie atsisėdo prieš mane. И говорит, говори нам. Ir sako, kalbėk mums. И я им говорил, свидетельствовал о Иисусе Христе. Ir aš jiem kalbėjau ir liudėjau apie Jėzų Kristų. И знаете, и они как такие школьники. Ir jie buvo kaip mokinukai. Сидели и слушали. Сидėjo ir klausė. И никуда не торопились. Ir niekur neskubėjo. Поэтому, друзья, я верю. Todėl, draugai, aš tikiu. Что важные двери откроются в вашей жизни. Kad labai svarbios durys atsidarys jūsų gyvenime. Но если вы научитесь строить взаимоотношения. Jeigu išmoksite statyti santykius. Просто так ничего не будет. Šiaip sau nieko nebus. Поэтому я желаю вам быть открытыми. Todėl aš noriu linkėti jums būti atviriems. И будьте коммуникабельными. Ir komunikabiliais. И Бог благословит вас. Ir Dievas jūs palaimins. Аллилуйя. Аминь. Ну что, друзья, есть у меня сегодня одна тема, я и начну сегодня проповедовать. Сегодня одна тема, но речь у продети помогслауты. И завтра мы ее закончим. Ритой мяс я галесим уж байкти. Давайте откроем третья книга царств. Теги отсеверскими пирмакаралю. Еще про одну вдову прочитаем. Taigi mes paskaitysime dar apie vieną našlę. Вы не против? Ar jūs ne prieš? Слава Иисусу. Третья книга царств, 17 глава. 17 скирюс. И мы будем читать с 8 стиха. Но 7 илутес. И было к нему, с 8 стиха, и было к нему слово Господне. Веш паскальбею ям сакидамас. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». «Эйк и Сарепту Сидона краште, ир тян поселик, аш исакил вена и нашли апрупинти тавэ». «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться». Jis nuėjo į Sareptą, prie miesto vartų jis pamatė našlę, rankiojančią malkas, Elijas kreipėsi ir ją. Atnešk man truputį vandens atsigerti. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Я einant, jis dar šūktelėjo, atnešk ir duonos kąsnelį. Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Jie atsakė, kaip gyvas viešpats tavo dievas, nieko neturiu, tik sauja miltų statinaitėje ir truputį aliejaus podelyje. Štai, renku truputį malkų, praėjusi paruošiu savo ir savo sūnui valgyti ir suvalgę jį numirsime. Мы читаем о женщине, которая переживала определенные трудности в своей жизни. Taigi mes skaitome apie moterį, kuri išgyveno sunkumų savo gyvenime. Я хотел бы, друзья, сегодня также поделиться несколькими мыслями. Taigi norėčiau kai kuriom mintim pasidalinti. Знаете, я верю, aš tikiu, что в нашей жизни есть несколько, два рода проблем или трудностей, которые приходят в нашу жизнь. Kad mūsų gyvenime yra dviejų rūšių problemos arba sunkumai, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Знаете, я верю, что есть конструктивные обстоятельства, которые Бог позволяет, чтобы они пришли в нашу жизнь. Aš tikiu, kad yra konstruktyvios aplinkybės, kurias Dievas leidžia, kad ateitų į mūsų gyvenimą. Знаете, иногда верующие люди, они любят говорить о вере, они любят говорить о таком хорошем состоянии. Kartais tikintys žmonės labai mėgsta kalbėti apie tikėjimą, apie tą gerą tokią savijautą. Но мы должны понимать, что вера, она не приходит просто спонтанно. Bet turim suprasti, kad tikėjimas не ateina spontaniškai tiesiog. Мы должны понимать, что вере предшествуют определенные преграды или трудности, которые есть в нашей жизни. Mes turim suprasti, kad prieš tai, kai ateina tikėjimas, yra kažkokie sunkumai mūsų gyvenime. И посредством этих трудностей ir dėka šitų sunkumų мы учимся преодолевать. Mes mokomės nugalėti tos sunkumus. Мы учимся сражаться.
мокомес ковоти. Аминь. Амин. А я думаю, что тот, кто ходил когда-то в спортивный зал, он понимает. Аж много кашкас из юсу курьек идет из спортосалей, супрантат опекаш колбу. Если ты хочешь, чтобы твоя фигура она росла, чтобы твои мышцы были сильные. И гутунори катаво фигура и ртаво роменис буту стипрус. Тебе необходимо заниматься спортом. Бутина усимти спорту. Тебе необходимо брать определенные нагрузки. Рекалинга имти там тикрус крови сансавес. И я верю, друзья. И раштикю, другой. Господь хочет, чтобы наши духовные мышцы, они росли. Девас нори кат мусу двасинес роуменис аукту. Аминь. Потому что те трудности, с которыми мы еще столкнемся в своей жизни. Только те сункумы, с которыми мы дар сусидрусим в своем жизни. И нам нужно будет преодолеть эти обстоятельства. И нам текс нугалеть щитос аплинкибес. И для этого должна способствовать наша духовная форма. И там умрекалинга турети там тикра двасиня форма. И поэтому Господь тренирует нас. То дел дьявол тренируемус. Господь тренирует церковь свою. Дьявол тренирует саво божниче. И может быть на сегодняшний день. И галбут шай дианой. Есть какие-то трудности. И ракашкоке сункумой. И дьявол заставляет тебя. И вяльня свер приверча тебе. Чтобы ты начал роптать. Кату продету мурмети. Чтобы ты начал унывать. Кату нулюстум. Но я хочу сказать тебе. Петаш норю посакити тау. Что это возможность. Катыра галимибе. Которую Господь дает сегодня тебе. Куря дьявол шендан тау дуада. Чтобы поднять тебя. Кат покяльти тебе. Чтобы ты вырос. Кату жауктумей. Во имя Иисуса Христа. Иезус Христос варду. И поэтому будь благодарен Господу за возможности. Тодел бук дякингас девую ж галимибес. Я скажу тебе еще одну вещь. Пасакисю дар вена далика. Что на самом деле Господь приготовил для тебя победу. Kad iš tiesų Dievas paruošė tau pergalę. Amin. В каждой сфере есть победа для тебя. Kiekvienoj sferoj yra pergalė tau. И ему не проблема это показать и дать тебе. Ir jam nėra problemos tai tau duoti ir parodyti tai. Но он хочет чему-то научить нас. Bet Dievas nori kažko išmokyti tave. И через эти трудности и обстоятельства он учит тебя. Ir per šitos sunkumus ir per šitas aplinkybės jis moko mus. И он тренирует тебя. Ir treniruoja tave. Но еще есть один род проблем. Bet yra dar viena problemų rūšis. Я считаю, что это неправильный род проблем. Аж много ты ранее ты синга рушис. Некоторые верующие так говорят. Kai kurie tikintieji taip sako. Когда в их жизни происходят какие-то вот странные непонятные ситуации. Когда jų gyvenime vyksta kažkokie keisti neaiškus dalykai. И многие верующие говорят так. Ir daugelis tikinčiųjų sako taip. А ну, это Бог, наверное, испытывает меня, наверное, Бог проверяет меня. Turbūt Dievas mane tikrina ir išbando. Я хочу тебе сказать одну вещь. Noriu pasakyti tau vieną dalyką. Когда Бог работает с нами, kai Dievas dirba su mumis, Он всегда дает нам ясность. Jisai visada duoda mum aiškumą. И понимание каких-то вещей. Ir supratimą kai kurių dalykų. Знаешь, не бывает такого. Не буна токио далеко. Что просто какие-то наказания или проблемы пришли в твою жизнь. Kad tiesiog šiaip ateitų kažkokios problemos ir bausmės į tavo gyvenime. И ты не понимаешь, что происходит. Ir tu tarsi nesupranti, kas vyksta. Знаете, если в нашей жизни. Jeigu mūsų gyvenime. Вот у меня пятеро детей. Aš turiu penkis vaikus. И знаете, когда я провожу с ними воспитательную работу. Kai aš juos auklėju. Я не беру ремень. Аж не ему держу. Там по попе надавал им. И там тесок дуаду им держу. И знаете, и дети в растерянности. И вайкай посимяте. Они не понимают, что происходит. Не супранта кас викста. Они не понимают, за что я их наказываю. Не супранта уж каш бауджую. То есть поэтому мы как адекватные родители. Мяс кип адекватус тевы. Мы объясняем своим детям. Мяс айшкинам саво вайкам. Ты сделал здесь неправильно и здесь неправильно. Кату подари чайр чайне ты сингай. И я люблю тебя. Бет аш милю тавя. Поэтому я наказываю тебя. Тудил тавя бауджу. Аминь. Аминь. И дети понимают. И вайкай супранта. И они не ожесточаются. И не усекетина. Поэтому есть такие родители, неадекватные родители. То дело неадекватус тевы. Которые просто бьют своих детей. Куре ты сок муша саво вайкус. И дети не понимают, что, за что они получают. Вайкай не супранта ушка гауна. Поэтому я верю, что Бог, Он самый адекватный родитель. Манау, кад Дева спас адеквачауся с тевас. И если на самом деле Он проводит с нами воспитательную работу. И рейгу сей да, вяду с умами сауклиба. Мы будем понимать, что это Бог. Мя супрантаме, кад ты ра Девас. И поэтому ты должен четко разделять. И тут ури тиксли отскирты. И четко понимать, где Бог проводит свою работу. И тиксли супрасти, кур Девас даро саву дарба. Где Бог воспитывает тебя. Кур Девас ауклия тебя. И ты также должен понимать, где дьявол пришел в твою жизнь. Ты супрасти, кур бутент вяльнес этею таво гивенима. Аминь.
Аминь. Там, где дела дьявола. Там, где реально дарбы. Дети болеют. Вайкай серга. Денег нету. Пенегу нера. Непонятные вещи происходят в семье. Няшку далекой викста с шеймой. И христиане говорят, ну это, наверное, Бог что-то делает. И крещеный сако, ну матит кашка дьявол здаро. Я скажу, что в большинстве случаев это дьявол работает. Аж посакишу, что ты вельнес вейке. И наша позиция должна быть таковой. Ир мусу позиция тури бути токя. Когда мы должны подняться. Кай мяс туриме покильти. И мы должны противостоять. Ир турим посипрещенти. Аминь. Аминь. Знаете, одна сестра говорит. Viena sesuo sako. Говорит, я заставляю дьявола бегать. Аж приверчу вельня бегти. Говорит, я убегаю, он догоняет. Аж бегу, и рисы паскуй меня вяясы. У многих христиан вот есть такое понимание. Пас даугели крещеный сара бутен ток супротимас. Но я скажу, что в нашей жизни должно быть по-другому. Bet aš sakysiu, mūsų gyvenime turėtų būti kitaip. Я скажу, друзья, у дьявола должна быть только одна форма. Пас вельня тури бути тик тай вена форма. И эта форма спортивная. Ты раз спортивная форма. Аминь. Аминь. Он должен облекаться в эту форму. Рисетури обсивильте еще та форма. И в страхе убегать. Ирбайме побегти. Когда ты поднимаешься. Кай тукили. В духе. Два сюя. И противостоишь ему. Ир посипрешения. Аминь. Аминь. Но только знаешь, уже если ты гонишься за ним. Ейгу ту ивеи. Гонись до конца. Викики гало. Потому что часто некоторые верующие, они немножко пробежали. Картыс тикинтеи трупути побега. И опускают свои руки. Ир нуляйджа саво ранкас. И дьявол тоже останавливается. Ир тогда вельня сирги сустоя. И смотрит, насколько ты серьезно бежал за ним. Ир жюри анкек турим тай бегай паскуи. И он думает, наверное, ты пошутил. Ир си головой трубуту якова. Я расскажу вам одну историю. Наверное, кто-то, кто уже давно верующий, знает ее. Гирдио вена история. Это Янгичо в молодости рассказывал. Янгичо пасакуял юнистый. Говорит, однажды, когда я был молодым, говорит, пастором. Кэш был я у нас пасторус. Ко мне, говорит, пришла одна женщина помолиться. А ты ее вена мотерис посымельсты. И, говорит, женщина была очень большая женщина. Ир мотерис было только диделя лабы. И, говорит, когда я начал молиться за нее. Ир кэй прадио мельсты сужья. Говорит, вдруг проявились бесы. Стыга вельни прадио рейкштис. И когда бесы проявились. Она говорит, взяла и сжала своими большими руками мое тонкое горло. И не пахнет сако саво диделем ранком суспауде мано плоно кахла. И она начала душить меня. И продио меня смаукти. И говорит, у меня уже не хватало сил, чтобы справиться с ней. Труко ягу кацу ситваркицу я. Но все-таки Господь мне дал благодать. Бет вистик веш поздаве ман малоне. И я, говорит, вырвался из ее рук. И раш штрукал еще с ранку. Говорит, и я начал убегать по церкви. И продио тесок побожни, чем бегти на ее. А она, говорит, начала меня догонять. Он не продио меня витис. Но так как она все-таки была очень такая большая женщина. Bet, kadangi jinai vis tiek buvo tokia labai didelė moteris, скоро ее силы закончились. Стыга ее с егус пасибайге. А я был все-таки молодой и худенький. О, аж был яунас и лекнас. Я смог убежать на безопасное расстояние. Аж галею побегти и токе сауге. И когда она уже свалилась там и лежала на полу. Ир кай наеу нукрито, ан жамес гулею. Я понял, что уже надо подходить. Аж супротив, как я у реки приёс прийти. Говорит, я подошел к ней поближе. Аж арчу приёл. Ну, то есть, чтобы она не могла меня схватить. Кати не нагрет у меня почупти. Говорит, и я начал молиться. Ир продио мейстис. Говорит, я начал сгонять бесов. Аж продио вяльню со шваринет. И это, конечно же, она потом освободилась после моей молитвы. Потом она ищ ссылаясь, она помогла. Но именно говорит, что происходило в процессе моей молитвы. Бет кас вико молдос процессе. Эта женщина, она видела, как в духовном мире вот это происходит. Что мотерис мати кас двасенем пасауле я викста. Говорит, когда я молился за нее. Кэш мельджиуси ужья. У нее с двух сторон два беса контролировали ее. Иш двею пусю ду демоны контроляво я. И они ободряли друг друга. Ир я вена скита драсино. Знаете, очень печально, что верующие не ободряют часто друг друга. Лабы гайла, как тикинтеи вена скита драсино. А бесы ободряли друг друга. Бет вельней вена скита лабы драсино. И они говорили друг другу. Ир я кальбею вена скитам. Они говорили, держись, держись. Я кальбею, лайкикис, лайкикис. И они говорят, что он скоро сдастся. Из грейты посидуас. Конечно, я еще этого не знал ничего. А ишко, что-то виско не знаю. Он просто продолжал молиться. Из тесек, Янгичо, тяся мельстис. Он продолжал связывать этих бесов. Тяся сурещенет, и что свялюс. И вот так они ободряли друг друга. Ир тип я вена скита драсино. Говорит, но вдруг стало очень жарко.
Стыга посидарила бы каршта. И они уже не выдержали. И ей у нее отлыки. И убежали. И побегу. И эта женщина получила свободу. И что мы тарис гаву и шла. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слове Езу. О чем я, друзья, говорю? Опекаш колбу. Что у нас есть власть и сила. Как мы стурим вальджерьега. Наступать. На всякую силу вражью. Kiekviena priešų armija, galybė. И Божье слово говорит, что он убежит от тебя. Ir Dievo žodis sako, kad jis bėgs nuo tavęs. И в одном месте, в одном переводе написано, что он убежит от тебя в великом ужасе. Ir vienoje vietoje parašyta, kad jis bėgs nuo tavęs tiesiog su baime. Просто многие христиане. Tiesiog daugelis krikščionių. Они больше говорят о том, насколько великий дьявол. Jie dažniau kalba, koks didelis velnės. Вместо того, чтобы говорить, насколько великий Господь Иисус. Vietoj to, kad sakyti, koks didelis viešpats Jėzus. Чтобы провозглашать Его славу в своей жизни. Kad skelbti Jo šlovę savo gyvenime. Вот почему у многих христиан. Štai kodėl pas daugelį krikščionių. Так много проблем. Tiek daug yra problemų. Мы можем цитировать бесконечно места из Библии. Mes galim cituoti rašto vietas. Говоря о том, что будет разница между служащими и неслужащими. Kalbėdami apie tai, kad bus skirtumas tarp tarnaujančių ir netarnaujančių. И знаете, если Слово Божие говорит, что это истина, значит, это истина. Jeigu Dievo žodis sako, kad tai yra tiesa, reiškia, tai yra tiesa. Но почему так много проблем? Bet kodėl vis tik tai tiek daug problemų? Потому что мы больше верим тому, что говорит или делает дьявол. Todėl, kad mes daugiau tikime tuom, ką kalba arba daro velnės. Я вот сегодня буду говорить с вами, друзья, об одной стратегии сатаны. Ir šiandien noriu kalbėti apie vieną velnio strategiją. И я верю, что, может быть, завтра мы будем молиться. Ir aš manau, kad rytoj mes melsimės. И мы разрушим всякую ложь сатаны в нашей жизни. Ir mes sugriausim bet kokį velnio melą mūsų gyvenime. И нам нужно действительно встать в вере. Ir mums iš tiesų reikia pakilti tikėjime. И свергнуть себя всякое бремя. Ir nuo savęs nusimesti bet kokią naštą. Во имя Иисуса. Jėzaus vardu. И вот мы возвращаемся к этой женщине. Taigi mes grįžtam prie šitos moterį. И у этой женщины было трудное время, трудный период. Ir pas šitą moterį buvo labai sunkus periodas. И вот приходит Божий человек. Ir ateina Dievo žmogus. Мы сейчас не будем пересказывать всю эту историю. Mes dabar neperpasakosim visą историю. Но одну фразу, на которую я хотел бы обратить внимание. Bet viena frazė, į kurią aš norėčiau atkreipti dėmesį. Она говорит в 12 стихе. Jinai kalba 12 eilutėj. Последняя фраза. Paskutinė frazė. Съедим это и умрем. Suvalgysime jį, numirsime. Suvalgysime tai ir mirsime. Друзья, дьявол лжец. Draugai, velnės yra melagis. Аминь. Он лжец. Jis yra melagis. Но, к большому сожалению, bet deja, мы часто становимся партнерами. Mes dažnai tampame partneriai. В его работе. Jo darbe. Смотрите, друзья. Žiūrėkite, draugai. Приходят какие-то мысли от дьявола. Ateina kažkokios mintys iš velnio. Там, ты умрешь. Tu mirsi. Ты заболеешь, и ты не выздоровеешь. Tu susirksi ir neišgysi. У тебя там непонятно, что-то происходит в семье. То есть развод может быть. Ой, неaišku, kas ten tavo šeimoj, gal tu išsiskyręs. И знаете, настолько это тонко и стратегически он работает. Ir velnas taip labai strategiškai ir plonai dirba. Что мы начинаем соглашаться. Kad mes pradedam sutikti. Друзья, я скажу, что дьяволу не надо многого. Вельню не рейке долг. Ему нужно, чтобы ты просто согласился. Ям рейке тесёк, кад ту сутиктум. Знаете, есть один принцип в Библии написан. Ира Библию порашитас венас принципас. Пойдут ли двое, не согласившись? А рейс двиесе не суситаря. И весь вопрос у него заключается, с кем мы собираемся согласиться. Ир висас клаусума шинен, су ко мес ruošiamės susitarti. Собираемся ли мы согласиться сегодня с Божьим Словом? Ar šiandien mes ruošiamės sutikti su Dievo žodžiu? Собираемся ли мы согласиться с тем, что Господь в Слове Божьем говорит о тебе? Ar tu šiandien pasiruošęs sutikti su tom, kad Dievo žodis kalba apie tave? Или мы часто соглашаемся с тем, что дьявол пытается говорить нам?
Ar mes dažnai sutinkame su to, kad velnės bando mum kalbėti. И знаете, и мы уже настолько воспринимаем его мысли. Ir mes ant tiek jau priėmam velnio mintis. И мы часто думаем, что это даже это наши мысли. Ir kartais mes jau susitapatinam ir galvom, kad tai yra mūsų mintis. И мы говорим, да, действительно, это так. Ir mes sakom, tai iš tiesų tai yra taip. Давайте откроем еще одно место из Библии. Atsiverskime dar vieną rašto vietą. Оно записано... Первая книга царств. Теги. Прима Самуэлю. Первая книга царств, 11 глава. Венуаликта Скириус. Давайте прочитаем с первого стиха. И пришел на Аз аммонитянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа на Азу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Амонитас Нахашас отжигаво и рапсупо Ябеш Гилеада. Тогда Ябешо гивентои саке Нахашуй, сударикиме сандоре, и мес тау тарнаусиме. И сказал им нас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. Амонитас Нахашас jiems atsakė, аж sudarysiu su jumis sandorą su tokia sąlyga, kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir taip pažeminsiu visą Izraelį. И сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. Ябешу вересней ям таре, дуок мум 7 денас, кад галетуме пасюсти пасюнтинис и виса Израилю крашта. Ей не расиме, кас мус ишгельбету, мес тау пасидуасиме. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. Kai pasiuntiniai atvyko į Gibėją, kur gyveno Saulius, ir pranešė šios žodžius žmonėms, visi žmonės pakėlė balsus ir verkė. Один пастор недавно мне рассказал одну историю. Vienas pastorius man neseniai pasakojo tokią istoriją. Говорит, к нему в кабинет пришел один человек из его церкви. И jo kabinete atėjo vienas žmogus iš jo bažnyčios. Он перед этим был у врачей. Prieš tai jisai buvo pas gydytojus. И врачи обнаружили у него на одной почке рак. Ir atrado ant vienos inksto vėžį. И они сказали ему, что тебе надо срочно вырезать эту почку. Sako, tau reikia būtinai išpjauti inkstą. Чтобы вот эта зараза не распространилась на другую почку. Kad šitas neplistų į kitą inkstą. И этот врач убеждал его, что ничего страшного, люди живут и с одной почкой. Ir gydytojas įtikinėjo jį, kad tai nieko baisaus, žmonės gyvena su vienu inkstu. И смотрите, этот человек пришел к пастору и говорит, и убеждает меня. И этот жмогус отеё и меня итикинея пас пастору. И он говорит, что ну ничего страшного, и с одной почкой можно жить. Сако, теги неко бейсоус, галима гивенти ир су вену инксту. Он настолько уже согласился с этим. Ис антек йоу сутико су том. И знаете, это то же самое, что происходит в этой истории. Tai lygiai taip pat, kas vyksta šitoje istorijoje. Дьявол говорит. Velnės sako. Ничего страшного. Nieko baisaus. Можно жить с одним глазом. Galima gyventi su viena akim. Аминь. И смотрите, мы соглашаемся. Mes sutinkame. Тем, что дьявол пытается нам сказать. Su tom, ką velnės bando mum pasakyti. Когда мы смотрим на свою жизнь. Kai mes žiūrime į savo gyvenimą. Когда мы смотрим на свое самочувствие. Į savo savijautą. Знаете, так много людей, которым уже после 40 лет. Kiek daug žmonių, kuriem jau virš 40 metų. И как один человек сказал. Ir kai vienas žmogus pasakė. Говорит, если тебе 40 лет сегодня. Jeigu tau šiandien 40 metų. И ты проснулся утром. Ir tu atsibudai ryte. И ты чувствуешь себя хорошо. Ir jautiesi gerai. То, скорее всего, ты на небе.
Ты кричался, то есть и дангуя. Знаете, и дьявольская ложь говорит сегодня. Ir velnio melas kalba šiandien. Это нормально. Ты нормалу. Если тебе после 40. Jeigu tau už 40. Это нормально, если у тебя после 50. Tai normalu, jeigu tau virš 50. Это нормально, если у тебя нога болит. Jeigu tau skauda koja jau. Это нормально, если у тебя спина болит. Skauda nugara. То есть люди этого возраста болеют. Taigi šito amžiaus žmonės jau turėtų sirgt. Так говорит действительность. Tai kalba realybė. Но это не Бог говорит. Bet tai ne Dievas kalba. А моя тетя. Mano teta. Она умирала, однажды умирала. И на ее было при мертвец лягшо. И пришли люди, это пастор Сандей пришел и там другие друзья. Жмоня с пастором Сандеем, какие-то другие. И они помолились за нее. И посимели уж я. Она уже 40 дней не ела никакой пищи. Я у 40 лет дену и ней никого не вальге. Уже все родственники пришли, попрощались с ней. Гимени с этой сисвейкино. И вот пришли люди, помолились за нее. И это уж моне спасимельде уже. И она встала и, ну, стала жить и живет до сих пор. И ней покило и гивяна лиги шел. А сейчас она живет в Америке. О, добр гивяна Америкой. Стойте, это пока еще рано хлопать, сейчас не в этом суть. И она живет в Америке. И вот недавно она была на осмотре у врача. И неселенный был позгидитое. И врач посмотрел, а уже после этой болезни прошло больше 20 лет. O jau po šitos lygos praėjo daugiau negu 20 metų. И врач посмотрел, там какие-то ее анализы. Ir gydytojas pasižiūrėjo analizus. И говорит ей через переводчика. Ir kalba jai per vertėją. Как вы можете при всех вот этих симптомах? Kaip jūs galite su visais šitais симптомами? Еще жить. Dar gyventi. А она по-русски ему отвечает. O jinai rusiškai jam sako. Говорит, ты дьявол. Sako, tu velnias. Ты меня еще хотел убить 20 лет назад. Ты меня даже прежде 20 лет норей ужмушти. Но я все еще живу. Ты тоже весь дар гивену. Слава Иисусу! Слава Езу! Знаете, иногда нам не надо какой-то аргументации. Картыз мум не реки аргументу. Чтобы просто понимать, как нам, как мы будем жить. Как супрасти, как мы сгивенцем. Аминь! Аминь. Мы ищем какой-то мы ищем медицинские справочники. Мы ищем медицину. Мы ведовелюся. И мы смотрим, можно ли с этим симптомом жить или нельзя с этим симптомом жить. И смотрим, ар галим мы с этим симптомом гивенти, ар не. Иисус говорит. Иисус сако. Я живу, и вы будете жить. Аж гивяну, ир юс гивенти. Господь живет. Вешпас гивас. И если ты живешь, если Он живет. Ир его исы гивяна. Мы будем жить. Mes gyvensim. Мне не надо какая-то логика. Man nereikia logikos. Которая будет постоянно мне что-то объяснять. Как крепостови кашка айшкинс. Мне достаточно знать. Man užtenka žinoti. Что Бог живой. Kad Dievas yra gyvas. И я еще не исполнил всего поручения. Ir aš dar neišpildžiau savo paskirties šitoj žemėj. И я буду жить. Ir todėl gyvensiu. Я уже рассказывал вам эту историю, наверное, здесь. А еще вам пасакую эту историю. Но еще раз повторю. Dar kartą pasikartosiu. Один служитель говорит мне. Vienas tarnautojas sako man. Говорит, у нас был лагерь там, в церкви лагерь был. Mes turėjome stovyklą bažnyčioje. И говорит, когда вот этот лагерь заканчивался для подростков. Ir kai jau į pabaigą paaugliam stovykla. Вот два подростка баловались между собой. Du paaugliai tarpusavį tiesiog išdykavo. И один взял спортивную обувь и бросил в речку. Ir vienas paėmė sportinius batus ir numetė į upę. И вот этот человек, молодой человек, пошел туда, чтобы достать эту обувь. Ir tas jaunolis nuėjo, kad paimti tos batus. И там был водоворот. Ir ten buvo sūkurys. И он попал в этот водоворот и утонул. Ir jisai pateko į šitą sūkurį ir paskendo. Два дня искали его, потом нашли. Dvi dienas ieškojo ir po to atrado jį. И знаете, пришли божьи сосуды. Ir atėjo Dievo tokie indai. Знаете, такие, есть такие божьи сосуды. Yra tokie. Есть сосуды, а есть сосуды. Dievo indai tokie. И они так говорит Господь. Ir jie sako, taip sako viešpats. Что
Это Божья воля. Коты Дева воля. Господь забрал его на небо. Дева спаями и дангу. Друзья, нам вообще нужно быть осторожным, когда мы говорим такие слова. Мумрекила бы будь отсергем сколбан такие сроки. Всего лишь в истории Библии. История Библии. Было два человека. Было душмонес. Которых Господь забрал на небо. Куре свеж по спаями и дангу. Это был Илия. Ты был Элиас. Инух. Аминь. Аминь. А все остальные умерли. Конечно, они тоже пошли на небо. Aišku, jie irgi nuėjo į dangų. Но только двух людей забрал Господь. Bet tik tai du iš jų paėmė Dievas. И поэтому, когда мы говорим Божьими словами, ir kai mes kalbame Dievo žodžius, Бог забрал. Dievas paėmė. Это очень опасно. Tai yra labai pavojinga. Потому что Господь тоже может что-то забрать от тебя. Только Dievas kažką ir iš tavęs galės paimti. Поэтому нужно быть очень аккуратным в своих высказываниях. Dėl būti labai atsargiam iš savo pasisakymus. Аминь. Аминь. И вот они говорят, что Бог забрал его, это воля его. И сако, ты Dievas jį paėmė, tai yra Dievo valia. Ну ладно, я вообще мог бы с этим смириться. Ну, gerai, dar su tom aš galiu susitaikyti. Иногда люди говорят такую ерунду. Kartais žmonės kalba tokias nesąmonės. Но что было дальше самое интересное? Bet kas buvo toliau įdomiausia? И они продолжают. Ir jie tęsia. И говорят, что если бы он не утонул, jeigu jisai nebūtų nuskendęs, то его сбила бы машина. Jį būtų mašina nutrenkusi. И знаешь, я иногда так думаю. Aš kartais taip galvoju. Получается, Бог gaunasi, kad Dievas смотрит за тобой. Сяка паскуй тебя, жюри тебя. И первая попытка у него не удалась. Ир я мне повико пил нас пирмас бандимас. Ликвидировать тебя. Тебя ликвидоти. Тогда у него есть вторая попытка. Тогда если тури антра бандима, как тебя чтобы тебя ликвидировать. Понимаете, друзья? Супрамта другие. Поэтому мы должны понимать. То дело мы стурим супрасти. Где Бог, а где дьявол? Кур дьявас, а кур вельнес. 14 лет парню. 14 metų vaikinui. Он еще ничего не успел сделать для Господа. Jis dar nieko nespėjo padaryti dėl viešpaties. Чтобы Господь забрал его на небеса. Kad Dievas galėtų jį paimti į dangų. Но мы соглашаемся. Bet mes sutinkame. Друзья, еще одну мысль, которую я хотел сегодня сказать вам. Dar viena mintis, kurią šiandien norėjau jum pasakyti. А сколько там? Да, вот, я, смотрите, друзья, от чего иногда дьяволу удается посеять твердыню в наш разум. Kodėl velniui kartais pavyksta pasėti tvirtovės į mūsų protą? А некоторые люди читают Библию. Kai kurie žmonės skaito Bibliją. Знаете, хочу сказать, может быть, для некоторых людей, кто-то знает, кто-то не знает. Noriu pasakyti kai kuriems žmonėms, gal kažkas žino, gal kažkas nežino. Здесь Библия это книга. Библия – это книга. Аминь. Библия переводится как книга. Библия верчится как книга. И не все то, что там написано, и не все, что там написано, это есть Слово Божье. Это есть Слово Божье. Вы знали это? Ну, как-то как-то вы на меня странно посмотрели. Если меня так кристо и посещают. Там есть и слова дьявола. Там есть и вельню жоджи. Ну да или нет? Ar taip ar ne? И там слова людей. Ir ten yra žmonių žodžiai. А иногда и глупых людей. O kartais ir kvailų žmonių. Но почему-то Господь так решил, что они должны быть там. Bet kažkodėl Dievas nusprendė, kad tie žodžiai turi būti čia. В этой книге. Šitoj knygoj. Мы не должны слепо читать. Mes neturim aklai skaityti. То, что там написано. Kas ten parašyta. Мы должны разделять. Mes turim atskirti. И мы должны понимать. Ir suprasti. Где Божье слово. Kur Dievo žodis, и где есть Божья истина. Ir kur yra Dievo tiesa. Потому что в Библии написано очень много ситуаций. Todėl, kad Biblijoje parašyta labai daug situacijų. В Библии есть очень много историй, которые мы читаем на страницах. Labai Аминь. Daug историй, kurias mes skaitom. И смотрите, люди так думают, верующие люди. Žmonės tikintieji taip galvoja. Они смотрят и говорят, что Илия был в депрессии. Илия был в депрессии. Ну, читали об этом, да, в Библии? Jūs skaitėt apie tai. Он сидит в депрессии и просит смерти себе. Jisai sėdi depresijoje ir prašo savo mirties. И смотрите, дьявол часто работает таким образом. Ir dažnai velnės dirba būtent tokiu būdu. Он навязывает нам определенное настроение. Jisai tiesiog mum įperša tam tikrą nuotaiką. Он навязывает нам определенное самочувствие. Tokį savijautą. И всегда он аргументирует это. И висомет исей аргумент. Божьим словом. Аргументуя ты Деву жоджу. Это же в Библии написано. Теги Библию ты прочитал. Илия был помазанник.
Елиас было потептасис. Да, вы знаете, Илия помазанник был. Елиас было потептасис. Поэтому, если такой помазанник мог сидеть в депрессии и просить себе смерти, jeigu toks pateptasis galėjo sėdėti depresijoje ir prašyti savo mirties, то как, какое у тебя, ну, то есть, значит, ты тем более можешь это делать, да? Ты и ту гали вот ты пат сидеть в депрессии. Я вам скажу два различия. Aš jums pasakysiu du skirtumus. Мы должны понимать, что очень много историй записано там в Ветхом Завете. Kad daug istorijų Senajam Testamente. И многие, то есть и те люди, которые жили в Ветхом Завете. Ir tie žmonės, kurie gyveno Senajame Testamente. Это люди, они не были рождённые свыше. Jie nebuvo gimę iš aukšto. Понимаете это, да? Ar suprantat? И у них не было силы. Ir jie neturėjo jėgos. И вот эти помазанники. Ir šitie pateptieji. Там Илия, Авраам, Давид. Элиас, Довидас, Абромас. Они имели, конечно, отличие от простых людей. Jie turėjo buvo skirtumas tarp jų ir paprastų žmonių. Но они тоже не были рождены свыше. Bet jie irgi nebuvo gimę iš aukšto. И там просто сходило помазание Божье. И тесок нужно Дево потепимас для осуществления определенных задач. Как ты видите там ты красуждетис. Но при всем том, что они осуществляли определенные вещи. Bet prie viso to, kad jie vykdydavo tam tikrus dalykus. Они все равно оставались нерожденными свыше. Jie vis tiek pasilikdavo net gimę iš aukšto žmonės. И у них внутри не было этой силы. Ir viduje neturėjo jėgos. Я хочу, чтобы вы увидели разницу. Norėčiau, kad pamatytumėt skirtumą. Сила, которая приходила, она была извне. Jėga, kuri ateidavo, jinai buvo iš išorės. Но для нас, людей, живущих в Новом Завете, bet mum žmonėm, kurie gyvename Naujame Testamente, есть ответственность. Yra atsakomybė. Потому что мы рождены свыше. Todėl, kad mes esame gimę iš aukšto. Аминь. Мы рождены свыше. Mes atgimę iš aukšto. И внутри нас есть дух. Ir viduj mūsų yra dvasia. И мы способны. Ir mes esam pajėgus. Противостоять. Pasipriešinti. Бесам. Velniams. Мы способны противостоять болезням. Mes pajėgus pasipriešinti ligoms. Мы способны противостоять депрессиям. Ir depresijai galim pasipriešinti. И этого духа внутри нас. Ir šitos dvasios mūsų viduj. Достаточно. Užtenka. Чтобы противостоять. Kad mes galėtumėm pasipriešinti. Тем обстоятельствам, которые есть у тебя сегодня. Kuri šiandien yra pas tave. Скажи аллилуйя. Pasakyk аллилуйя. Достаточно. Užtektinai. Но дьявол сегодня говорит тебе. Bet velnia šiandien sako tau. Ты не можешь. Tu negali. Знаете, я вспоминаю эти песни, которые мы пели в пятидесятнической церкви. Prisimenu tas giesmes, kurias mes giedojom sekmininkų bažnyčioj. Я не говорю, что это плохая церковь. Aš nesakau, kad tai yra bloga bažnyčia. Но есть некоторые вещи, не библейские вещи. Bet yra kai kurie dalykai, не biblijiniai dalykai. О, я грешник бедный. О, aš vargšas nusidėlis. Или, знаешь, факел веры догорает. Arba jau baigė degti tikėjimo fakelas. Знаете, высшим пилотажем всегда было, когда проповедники выступали там. Aukščiausiai pilotažas buvo, kaip pamokslininkai ten. Такое смирение. Toks nuolankumas. Сказать, я наименьший из народа. Pasakyti, aš mažiausias iš visos tautos. И я бы хоть у порога дома Божьего. Но сбучил при Деву наму дуру. И значит, всегда есть опасность. Речка ира висада повоюс. Если ты у порога дома Божьего, jeigu tu esi prie slenkščio Dievo namų, можешь оказаться и за порогом. Ты ту гали бути ир уж слянкщо. А Господь не хочет, чтобы ты был у порога. О, Девас не нори, каду бутум прие слянкщо. Аминь. Бог хочет, чтобы ты был в доме. Девас нори, каду бутум намося. Бог хочет, чтобы ты был в церкви. Каду бутум божничая. Бог хочет, чтобы ты служил ему. Каду ям тернаутумей. Исполняя то предназначение. Ишпильдинама ста паскирте. Которое он дал тебе. Кури давя тау. Я не говорю ничего плохого про этих людей. Аж нико блого не сакал пято жмонес. Чтобы вы не подумали. Каду из не поголвотумят. Потому что я там вырос в этой церкви. Тудил ката штан ужаугу токе божничая. Я с детства посещал ту церковь. Аж новые кисти сланкил токе божничая. И там было много прекрасных людей. Там было настобю жмоню долг. Но знаете, иногда есть невежество. Bet kartais yra toks nesupratimas, nemoksiškumas. И непонимание. Nesupratimas. Того, что Бог имеет для тебя. Tuo, kad Dievas turi dėl tavęs. И для твоей жизни. Ir tavo gyvenimui. И поэтому нам нужно знать. Todėl mum reikia žinoti. Когда мы читаем Библию. Kai mes skaitome Bibliją. Конечно, некоторые люди могут даже привести в аргумент о том, что в Новом Завете Павел говорит Тимофею, что пей немного вина. Net kai kurie žmonės argumentuoja, kad Naujajam Testamente Paulius sako Timotejui, kad gali truputį vyno gert. И некоторые говорят, ну что Павел такой сильный помазанный человек. Paulius toks stiprus pateptas žmogus. А не мог исцелить Тимофея.
Niekaip negalėjau išgydyti Timotėjų. Мы сейчас не будем проводить дискуссию. Taigi mes dabar nediskutuosime. Потому что не, там не только фактор Павла был. Ten ne tik tai Pauliaus фактор. А есть фактор человека. Bet yra žmogaus faktorius. Когда человек не соглашается. Kai žmogus nesutinka. С тем, что ему принадлежит. Su tom, kas jam priklauso. Аминь. Аминь. Он не принимает обетование Божье для своей жизни. Jis nepriima Dievo pažado savo gyvenimui. И суть не в том, что Бог чего-то не дал тебе. Ir esmė ne tame, kad Dievas kažko nedavė tau. Просто мы не способны принять. Tiesiog mes esam nepajėgus priimti. Что Бог имеет для тебя. Tai, kad Dievas turi tau. Я разговаривал, был в одной церкви. Buvau vienoj bažnyčioj. Хорошая церковь. Gera bažnyčia. И они говорят мне. Ir jie sako man. А у нас короткое служение проходит. Ай, pas mus trumpas tarnavimas. Я говорю, чего короткое? Kodėl? Они говорят, потому что в нашем здании сырость. Todėl, kad pas mus yra labai drėgmė. И говорит, в этой сырости люди болеют. Ir žmonės dėl to serga. Я им говорю, у вас сырость в мозгах. Aš sakau, pas jūs prote yra drėgmė. А не в здании. O ne salėj. Ты можешь быть в сыром здании. Tu gali būti drėgnam но ты можешь быть полным веры. Bet tu gali būti pilnas tikėjimo. И там написано, что никакая язва к тебе не приблизится. И там прочитано, как при тебе не присердец йокс марас. Никакой грибок в тебя не войдет. Йокс грибялис и тебя не весь. Аминь. Конечно, я не говорю о крайностях. Aišku, aš nekalbu apie kraštutinumus. В 90-х годах там была одна такая церковь интересная. 90-х годах там была такая дома бажнича. Они там дьявола послали, куда только можно было послать. Jie ten siuntė velnią, kur tik galima. И однажды один говорит, я послал дьявола в заднее место. Vienas sako, aš į užpakalį siunčiau velnią. И говорит, я это сразу почувствовал. Я sako, aš iš karto tai pajaučiau. Поэтому в следующий раз я уже очень осторожно относился к тому, куда его посылать. Что делаешь, какие-то карты лобы, я царгус был в курсе уствельня. Поэтому мы не говорим, друзья, о такой поверхностности, аминь. Мяс не говорим об этом, как бы вершит нишкума. Но у тебя есть власть. Да ты тури вальджа. Посылать дьявола. Посю уствельня. И ты должен прийти сегодня домой. Ir tu turi žinai ateiti namo. И послать его куда подальше. И посюсти его толёв. Во имя Иисуса Христа. Jėzus. И это есть наш удел. И это yra mūsų dalis. Мы не должны быть, конечно, странными, да? Aišku, mes neturim būti tokie keistuoliai. Одна сестра говорит. Viena sesuo sako. Помолитесь, пожалуйста, за Марианну. Pasimelskite už Marianą. Сериал такой был бразильский. Toks buvo brazilų serialas. Говорит, Марианна не может родить уже четвертую серию. Jinai negali pagimdyti jau ketvirtą seriją. Поэтому мы не говорим о странностях, mes nekalbam apie keistumus, которых хватает в христианстве. Kurių užtektinai krikščionybėje šiandien. Но мы говорим сегодня о реальности. Bet mes šiandien kalbam apie realybę. Что в Божьем Слове kad Dievo žodyje есть обетование для нас. Yra pažadai mums. В Божьем Слове Dievo žodyje есть власть. Yra valdžia. Да. Так вот, друзья, мысль закончу сейчас. Pabaigsiu mintį. Что когда мы смотрим Слово Божье, когда мы смотрим и Деву жоды, мы не должны руководствоваться историями, которые там записаны. Мы не должны руководствоваться том историям, я вам скажу, что во многих историях daugumos istorijų вы даже не можете найти вывода из этой истории. Нет, не galite surasti išvados. Там не написано, поступил он правильно. Ten neparašyta, jisai teisingai pasielgė. Или он неправильно поступил. Arba neteisingai pasielgė. Аминь. То есть, значит, ты не можешь руководствоваться этой историей. Taigi, tu negali vadovautis šitą istoriją. Многие христиане, они пытались сделать свой вывод. Daugelis krikščionių stengiasi daryti savo išvadas. Но у нас нет права делать свой вывод. Neturim teisę tai daryti. Поэтому мы должны смотреть Божье Слово. Turim žiūrėti Dievo žodį. И находить наставление. Ir atrasti, kas mus pamokytų. И взять то наставление, которое есть там. Ir gauti tą pamokymą, kuris yra ten. И жить по этому наставлению. Ir gyventi pagal tą pamokymą, pataisymą. Я просто заканчиваю эту мысль. Aš noriu užbaigti tą mintį. Что многие говорят, что ну вот тот болел, тот умер. Nes kai kurie paima istoriją, sako, va tas mirė, tas sirgo. Это их проблемы. Ты че ju buvo problemos. Ты сегодня новое творение. Žinai, esi naujas kūrinys. В Иисусе Христе. Jėzuje Kristuje. Знаете, аллилуйя. Пару историй мы будем заканчивать. Арунас, давай уже, чтобы мы уже сегодня... Dar pora istorijų ir mes jau gaisim į pabaigą. Вступление сегодня достаточно. Завтра продолжим. У меня несколько моих друзей из церкви уходили в армию.
Kai kurie mano draugai iš bažnyčios išeidinėjo į armiją. Это было то время, когда были гонения. Tai buvo tas laikas, kai buvo persekiojimai. И один уходил с настроением. Vienas ėjo su nuotaika. Что Господь за меня? Kad Dievas yra už mane. А другой уходил с настроением. O kitas ėjo su tokia nuotaika. Что меня будут гнать. Kad mane ten persekios. Друзья, я вам скажу одну вещь. Посакysiu vieną dalyką. Чтобы быть по-настоящему гонимым, по-настоящему гонимым. Iš tikrųjų persekiojamam. Это не зависит от тебя. Tai nepriklauso nuo tavęs. Это Божье решение. Tai yra Dievo sprendimas. Бог дает определенным людям благодать. Dievas duoda tam tikriem žmonėm malonę. Чтобы страдать за Христа. Kad kentėti dėl Kristaus. Но многие люди они страдают не за Христа. Bet daugelis žmonių kenčia ne dėl Kristaus. Многие люди страдают за свою глупость. Bet dėl savo kvailumo. У нас в церкви, вот в той старой церкви, мусу той сеной божничой. Бабушка одна пришла и свидетельствует. Вена мочуте атео ир людия. Говорит, я пришла к своему телевизору. Аж атео при саво телевизору. Говорит, взяла топор. Поймел кирви. И я его порубала. И расши тип. А потом, говорит, меня муж порубал. А потом меня вирас. И она это говорит, что она страдает за Христа. И иней сако дабар, кад иней кенче дел Христос. Ты не за Христа страдаешь. Таги ту кенти не дел Христос. То есть ты перепутала. Ту цупайнюй. Дьявол где-то там. Вельнес кашкур тян. А тут телевизор. Оча телевизорис. Нам не надо путать. Мес не турятуме пайнюти. И вот эти два брата эти пошли в армию. Ир шите ду бролины и армия. И у одного была хорошая армия. Ир пас вена ищу было гера армия. Благословенная армия. Было палайменимас. А у другого постоянно били. O kita iš jų pastoviai mušė. И он свято верил. Ir jisai šventai tikėjo. Что он страдает за Христа. Kad jisai kenčia dėl Kristaus. Но там близко этого не было. Bet ten arti nebuvo to. Поэтому, друзья, то есть, есть разница. Todėl, draugai, vis tik yra skirtumas. Еще один пример. Dar vienas pavyzdys. Хейген говорит однажды меня, он пишет в своей книге. Хейгенas rašo savo knygoj. Я не знаю, как вы к Хейгену относитесь здесь. Хорошо. Хорошо относитесь, да? Слава Иисусу. Я когда был, когда мы только начинали церковь, kai mes tik pradėjom savo bažnyčią, мой друг, пятидесятник, mano draugas, sekmininkas, он работал уже в Москве. Dirbo Maskvoje jau. И на складе Союза пятидесятников России. Ir sandėly sekmininkų sąjungos Rusijos. Это были 90-е годы. Tai buvo 90-ti metai. И он мне звонит и говорит. Ir jisai skambina man ir sako. Говорит, быстрее приезжай к нам sako, в Москву. Greičiau atvažiuok pas mus į Maskvą. Потому что, говорит, у нас лежит целый склад книг Хейгена и Компленда. Pas mus yra visas, reiškia, sandėlys knygų Kauplendo ir Хейгено. И нам сказал наш главный. Ir mum pasakė mūsų vyriausias. Говорит, что все надо сжечь. Kad viską reikia sudegti. Потому что это сатанинские книги. Todėl, kad yra šetoniškos knygos. Говорит, поэтому, говорит, я знаю, что вы харизматы. Aš gi žinau, kad jūs харизматы. Говорит, приезжай, возьми. Taigi atvažiuok, paimk. И мы с пастором сели на машину. И mes su pastorium sėdome į mašiną. И приехали туда. Ir atvažiavome на склад. Весь забит книгами. Kuris visas buvo užkimštas knygom. И мы набрали запихали, куда только можно в машину запихать. Ir kišom, kiek tik galima buvo tų knygų. Эти пачки на голове были. Ir buvo ant galvos net. Везде под ногами. Visur po kojomis. И мы успели сделать два рейса. Ir mes suspėjom padaryti du reisus. Потом их спалили. Но эти книги очень сильно помогли нам в самом начале. Šitos knygos pačioje pradžioje mum labai pagelbėjo. И вот Хейген говорит, что однажды одна женщина пригласила меня Хейгенas помолиться sako, за нее. Хейгенas сказал, что одна женщина пригласила меня помолиться за нее. И говорит, когда я пришел, я у нее спросил. Kai atėjau, paklausiau jos. Говорит, ты веришь, что Бог хочет тебя исцелить? Ar tu tiki, kad Dievas nori tave išgydyti? Она говорит, ну если есть Божья воля. Он не сказал, деги, его и радиево воля. Знаете, иногда мы начинаем думать как-то странно. Что это карты из меня с прадедом лабыки из той головоти? Зачем тебе философствовать? Кам-то философствовать? Есть Божья воля или нету Божьей воли? А радиево воля, а не радиево валюс? Открой Слово Божье. Деги, отверг Деву жоди. И почитай. Ир поскайтик. И там написано, что есть Божья воля для тебя. Деги, там порасчита, кас и радиево воля тау. Аминь. Там Божья воля. Ten yra Dievo valia. Для каждой сферы. Kiekvienai sferai. И
И он говорит, я знал, что она не получит исцеление. Ir aš žinojau, kad jinai negaus išgydymą. Но говорит, ну я помолился за нее. Bet aš pasimeldžiau už ją. Ну и говорит, как только закончилась молитва. Ir kai pasibaigė malda. Она начала кричать своего, звать своего мужа. Ji pradėjo kviesti savo vyrą. Говорит, неси мне, дорогой, быстрее лекарства. Неш greičiau vaistus. Я подумал, где логика? Aš pagalvojau, kur čia dabar logika? Если Божья воля, чтобы ты умерла. Jeigu Dievo valia yra, kad tu mirtum. Зачем ты нарушаешь Божью волю? Tai kam tu tiesiog ją trikdai? Аминь. А если Божья воля, чтобы ты был исцелен. O jeigu Dievo valia, kad tu būtum išgydytas. Тогда прими исцеление. Тогда приимки išgydymą. Аминь. Прими Божью благодать. Приимк Dievo malonę. Но люди странные. Bet žmonės būna keisti. Конечно, там Библия говорит. Taigi Biblija sako. Что мы должны быть страннолюбивы. Kad mes turim būti svetingi. Вы понимаете, о чем идет речь? Мои братья и сестры, mano broler, sesis, заканчивая свое вступление, pabaigdamas savo kalbą, знаете, я верю, aš tikiu, что Господь, Он хочет выбить всякие пробки, kad Dievas nori išmušti visas kamščius, всякие религиозные пробки. Religinius kamščius. Я часто говорю, что надо, то есть, надо брать ёршик. Ёршик, это которым бутылки чистят. Ай, кур... Щетка такая, бутылки чистит, да. Ну, жинот, не жинот. Иногда надо большой ёршик. Ir reikia labai didelio kartais. И чистить мозги. Ir valyti smegenis. Чистить мышление. Valyti mąstymą. Потому что часто в нашей жизни. Todėl, kad dažnai mūsų gyvenime. Они захламлены не тем, чем нужно. Jie, mūsų smegenis yra užterštos не том, ком reikia. Ой, ты знаешь, там деньги... Деньги — это зло. Ой, жены, пенигай, ты ра блогис. Где ты прочитал такое? Кур ту дабар та перскайтай. Написано, сребролюбие — зло. Прочита, как мэля пенигамс ра блогис. Аминь. Там не написано, что деньги — зло. Некур не прочита, как патис пенигай ра блогис. Некоторые говорят, дай мне, Господь, этого зла побольше, побольше. Кай куре сако, док вешпати ман то блогио даугел ир даугел. Ты можешь быть нищим. Tu gali būti skurdžius. И быть сребролюбивым. Ir būti žmogumi, kuris myli pinigus. И нарушать Божьи заповеди. Ir trikdyti Dievo žodį. Но ты можешь быть богатым. Bet tu gali būti turtingas. И быть щедрым. Ir būti dosnus. Аминь. Аминь. Финансировать Божьи программы. Финансуоти Dievo. Благословлять служителей. Лайминти тарнаутуюс. Я завтра немножко больше о деньгах поговорю с вами. Аш ритой суимис трупути долгую покальбесе пинигус. Аш манок, кад мяс турим валити саво смегенис. Потому что часто христиане, они нищие. Тодил, кад дежны крикшонис ра скурде. Ой, ты знаешь, это Божья слава. Ой, жены, ты ра токе Дево шловея. Так а где там слава? А кур тан шта шловея? Нищие люди, они злые люди. Теги скурджи ей ра пикти. Я не про всех говорю. Не про Иисус. Не про вас. Не пеюс. Есть добрые. Я герея. Но большинство это злые. Bet dažniausiai jie yra pikti. Но я скажу, что когда у тебя достаток. Bet kai tu turi priteklių. Ты там не трясешься над каждой копейкой. Tu tada nedrebi virš kiekvienos копейкос. Ты можешь давать. Tu gali duoti. Ты можешь сеять. Tu gali sėti. Во имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus vardu. Но я так верю. Aš taip tikiu. Я вообще богатый человек. Aš labai turtingas žmogus. Я сейчас проезжал таможню. Aš dabar važiavau per... Таможенник открыл мой паспорт. Muitinė ir atidarė mano и pasą. Смотрит, там пять детей у меня. Жюри, пенки вайкай. И такой, головой такой махает. Ir taip galva sukioja. А я ему говорю. Aš jam sakau. Ну, прикалываюсь. А говорю, я исполняю указ нашего президента. Aš sakau, mūsų prezidento nurodymus vykdau. Наш президент сказал, что мы должны повысить демографическую ситуацию в стране. Mūsų prezidentas pasakė, kad mes turim pakelti demografinę situaciją šaly. А он то думает, что я серьезно говорю ему. O jisai galvoja, kad aš jam kalbu rimtai. И он говорит, ну я понимаю, что говорит, указ-то президента надо исполнять. Ну йо, реке вигдити президенту нуродимус. Говорит, ну где же силы взять? Бет кур гаути ягу. Библия говорит. Библия калба. Он дает нам силу. Издодам ум ягу. Приобретать богатство. И турети и я в это верю. И раш турю тикю туам. Бог великий. Девас ира галингас. Бог великий. Dievas yra galingas. Он не зацикливается.
Если не уж цикли наш. $100 у тебя или $1000? Чем-то долларю поставя, ар тукстентис долларю. Его это вообще не волнует. Ям ты ира висишки не сварбо. У него улицы из чистого золота. Пасирас оксинес гатвес. Я говорю иногда людям в церкви. Аж картис жмонем с колбу божничая. Есть такие скептики в церкви. Ира такие скептики божничая. Ой, давайте не будем говорить про деньги. Ой, не кальбеким апе пинигус. Я говорю, окей. Аж сакау герей. Но почему-то вы 90% своего времени говорите только про деньги. Бет кашкодил саво лейко 90% юс калба тика пе пинигус. Как я послушаю вас. Кай аж юсу поклаусау. Счета не оплачены. Юсу мокеши не сумокете. На бензин нету. Бензину пинигу не турит. Детям ботинки не могу купить. Вайкам не галю бату насипиркт. Я говорю, может быть, нам надо однажды по-серьезному поговорить о деньгах. Гал мум рейке вена карта лабырим ты покальбете апе пинигус. Чтобы потом все остальное время говорить о Господе. Кад потом виса талейка мяс галетим покальбете апе диава. И не лгать самому себе. И не мелуати потенциал. Нас деньги не волнуют. О, му мне рупи пинигей. Ты только и ссоришься со своей женой из-за денег на кухне. Ты дел пинигу рупикстеси со своей жмона. Потому что денег не хватает. Ты дел катал трукста пинигу. А когда у тебя будут деньги. Окей, ту туреси пинигу. Ты не будешь ссориться. Ту не си пикси. Пойдешь своей жене. Но если по своего жмона. И купишь норковую шубу. И на пирксе шуба. И все жены да скажут. Жены все да скажут. Висо жмонас те пасако. Аллилуйя. Давайте встанем. Теги ацистокиме. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас, очень сильно помолились. Посемельскими добр стиприй. Мы не будем сегодня молиться, а завтра пастыря за вас помолятся. Здесь все помазанные пастыря сидят. Че, виси попти пастырей. Армяне у нас. Армены посмотрим. Самая самая первая христианская страна в мире. Теги пати крикщонюшка в 300 году. Перма крикщонюшка то вот шалис. Князь Армении. Армениос. Принимают решение, что это будет христианская страна. Прямо спрендима, коты будут крикщонюшка. И вот у нас сегодня есть представители. Прямо стурим от славянской страны. Но что до шалис. Это чудесная страна. И все остальные тут, братья-помазанники. Поэтому завтра помолимся. Но знаете, сегодня нам нужно где-то прорваться в духе. Чтобы пойти домой и снить, и видеть нормальные сны. Аминь. Некоторые говорят, мне снились мыши. Верующие. Тикинтеи, колба. Значит, денег не будет. Речки пинигу не туресю. Да не важно, кто тебе снились, мыши не или крысы. Не сварбу, каду тян сапновай, ар жюркес, ар... Бог хочет благословить тебя в каждой сфере твоей жизни. Я так верю. Девас норик, я не знаю, насколько ты в это веришь. Аж теп тикю. Но я верю в Бога-обеспечителя. Аж тикю Дева. И поэтому я всегда так кричу, радуюсь, наслаждаюсь. Аж всегда рекю, джугюсы. Поэтому давайте сегодня помолимся хорошо. По семельским герой. Ладно, хотел еще одно рассказать, не буду уже рассказывать завтра. А то не хватит мне завтра рассказать все. А что же тогда я завтра буду рассказывать вам? Но просто в духе. Пусть придет прорыв. Аминь. Давай подними свой голос и начни молиться. Музыканты, давайте что-нибудь такое грянем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Подними свой голос!
tiesa, Jėzau, tu tiesa ir malonė. Jėzau, giesmės tau mes giedam, Jėzau, maldos tau, Dievo soste sėdinčiam tau. Šlovė, garbė, o halleluja, o dangui ir žem. O Jėzau, tau visa šlovė, šlovė, garbė, valdžia, visa valdžia priklauso tau, dangui ir žem. O Jėzau, tu jėga, 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 Jėzau, tu jėga, jėga, Jėzau, tu šviesa, šviesa. Jėzau, tu tiesa ir malonė. Jėzau, giesmės tau mes giedam, Jėzau, maldos tau. Šviesa, Jėzau, Jėzau, tu tiesa ir malonė. Jėzau, Jėzau, giesmės tau mes giedam, Jėzau, maldos tau, Dievo soste sėdinčiam tau. Šlovė, garbė, valdžia, valdžia priklauso tau, dangui ir žemėje. Valdžia priklauso, tau gyrius garbė priklauso. Einam ala mani, mela molo, mela, žadink savo dvasę, nemėgokį dvasę, bažnyčia. O, labėlė, lė, 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 šlovė tau garbė, gyrius tau, gyrius tau. O, lė, mela, mola, mela, nėga, lė, 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 Lumeni mogo lumene ne 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 Ongina la mama sene O slava 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 Богу нашему О хвала Богу нашему Царю нашему Спасителю нашему Иисусу Христу Мы славу воздаём Мы хвалу воздаём Царю. Слава, 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 слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, мой Господь, слава Тебе, Тебе вся слава, Иисус, слава Тебе, мой Иисус, Ты Царь, слава Тебе, мой Господь. Слава, о, Иисус, вся слава Тебе, Иисус, вся слава, Ты достоин славы, вся слава Тебе, Иисус.
достоин славы. О, Иисус, 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 вся слава тебе. Слава тебе, мой, ты мой Господь. Слава тебе, мой Господь. Слава тебе, мой Господь. Слава тебе, о, Иисус. Слава тебе, мой, ты мой Бог. Тебе мой Господь, слава тебе, мой Господь, вся слава тебе, вся слава тебе, Иисус, аллилуйя, Иисус, слава тебе, Иисус, вся слава тебе, вся слава тебе, вся слава. Слава тебе, хвала тебе, мой Бог, мой Царь. Ты достоин славы, ты достоин славы. О, мяс гарбинам тебя, мусу вешпатя, мяс нусижаминам преж тебя, Деве. Мы смиряемся перед тобой.
Мы собрались, чтобы благодарить Тебя сегодня, этот вечер. Спасибо Тебе, Господь, что Ты довел нас до этого дня. Спасибо, что Твоя рука над нами, что Ты благоволишь к нам, что Твое благоволение есть на нас. Спасибо Тебе, Господь. Учи нас, веди нас, направляй нас. Мы так хотим быть покорными Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя, что у нас есть сила противостать дьяволу в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам силу и власть противостать всякой вражьей армии. Во имя Иисуса мы противостоим всем планам дьявола в нашей жизни. Мы противостоим во имя Иисуса. Мы разрушаем все козни и планы дьявола в нашей жизни. Мы разрушаем, разрушаем во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем всякую болезнь. Мы разрушаем всякую немощь. Мы разрушаем дух нищеты во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус. Пускай Твой страх будет в наших сердцах. Мы благоговеем перед Тобой этот вечер. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Мы благодарим Тебя, наш Царь. Мы славим имя Твое Святое этот вечер, потому что Ты Бог наш и Царь наш. Ты начал строить эту церковь, которую врата ада не одолеют. Твоя сила и слава вовеки. Твое благоволение на нас. И мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Иисус. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь. Богу, да? Благодарение Богу. Я хочу церковь вас побуждать быть людьми молитвы. Аллилуйя. Потому что служению Богу, Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. И если ты в духе слабый, если ты не знаешь истину, дьявол просто приносит давление такой церкви. Но когда церковь в духе молится, поклоняется, смиряется перед Богом, познает истину. Это есть церковь, которую Бог сегодня ищет, которая поклоняется Богу в духе и в истине. Пускай эта церковь будет молитвенной церковью. Молитесь много на языках. Пускай у нас не будет дистрофии такой духовной, что мы слабые, не можем молиться, что мы в духе не возрастаем. Бог хочет, чтобы мы росли, чтобы мы прорывались, потому что есть сила и слава у Бога. У Бога есть великие дела, которые ждут нас. Скажи амен. И Божье Слово говорит, будьте тверды, будьте стипру свежпаде, что будьте тверды в Боге, будьте сильны в Боге. Но как началось собрание, пастор говорит, что не силой и воинством, но духом моим. Когда мы много молимся на языках, поем на языках, славим Бога. Когда мы в духе что-то делаем, сила Божья приходит в наш дух. Скажи амин. И у нас не должно быть слабых духовно в церкви. Каждый должен быть сильный, потому что Бог предназначил силу для народа своего. Амин, скажи. Прорывайся, молись, поклоняйся. Не позволь дьяволу тебя остановить и не будь пассивным в духе. Аллилуйя. Давайте мы соберем пожертвование. Я говорю по-русски, потому что у нас пастора. Давайте мы соберем хорошие пожертвования, благодарение Богу. Пускай будет эта благодарность, якоему секла, хорошая почва. Пускай это будет благодарение Богу за то, что Он довел нас до сегодня. Спасибо Богу, что Он ведет нас, учит нас. И знаете, я хочу поблагодарить Бога, что Он просто обеспечивает нас. Он заботится о нас. И мы завтра, конечно, больше поговорим о том, что происходит в нашей церкви.
будем благодарить людей, которые особенным образом вкладываются в строительство церкви, в помощь. Пускай Бог вас всех благословит. И пока мы собираем пожертвования, я хочу сказать информацию. Послушайте внимательно, пожалуйста. Завтра первое собрание у нас будет в 12 часов. Пожалуйста, приходите все и приносите угощение. У нас будет сносной стол. Завтра приедут гости из Элитуса, из Мариамполя пастор приедет. Придет другой центр Living Israel еще тоже завтра. То есть у нас будет много-много людей завтра здесь. Давайте принесем много угощений и будем друг друга угощать. Будем сидеть за столом вместе, общаться, пить кофе, молиться, слушать Его Слово. Просто это чудесное время, праздник благодарения. И от того, какой у нас будет праздник, зависит от каждого из нас. Давайте настроимся на праздник. Это большой праздник, что Бог привел нас до сего места. Было всего в нашей жизни. Были тяжелые времена. Были времена, когда приходило уныние, отчаяние и давление. Но Бог помог нам. Его благодать, Его сила, Его милость привела нас до сего дня. И мы благодарим кого? Его. Слава Ему, что Он берет нас и ведет, учит, наставляет. И мы благодарим Его. И мы устраиваем этот праздник благодарения. И мы верим, что когда мы будем Ему благодарны, Он будет дальше нас вести. Его сила, Его слава будет являться в нашей жизни дальше. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти финансы. Это наше благодарение Тебе. Мы благодарим Тебя. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей хвалы. Ты достоин, чтобы мы славили и организовывали такие праздники благодарения. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты умер на кресте за нас. Ты страдал, Ты был оплеван и мучим. Ты обнищал, чтобы мы обогатились Твоей нищетой. Ты был проклят, чтобы всякое проклятие было разрушено в нашей жизни. Ты был отвержен, чтобы мы получили исцеление от отверженности. Ты был мучим, чтобы мучения кончились в нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты сегодня на этой земле строишь свою церковь в Литве. Христос Полипимос, которую врата ада не одолеют, потому что Ты победил ад и смерть. И мы благодарим Тебя, Иисус. И мы будем благодарить и благодарить Тебя всю жизнь. Мы будем хвалить имя Твое. Слава Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя, Иисус. И давайте мы споем песню, пока дыхание есть. Пожалуйста, кто еще прославляет? Эдита, отейките. Пожалуйста, служителя, садитесь все на первый ряд, на второй. Пожалуйста, всегда, чтобы вам не надо было далеко ходить. Аллилуйя. Пока дыхание есть, буду петь Тебе. Буду петь хвалу. Следовать буду.
Žmonės, kurie norit atgailauti, kurie niekada nesimeldėt atgailos malda ir neprašėt, kad Viešpats ateitų jūsų širdį ir atgimdytų jūsų dvasę. Jeigu yra čia tokių žmonių, jūs ateikite į priekį ir mes už jūs pasimelsim. Aleliuja. Ačiū tau, Viešpatė. Aleliuja. O, kaip nuostabu. Kaip nuostabu, kai Viešpats ateina į mūsų širdį ir apsigyvena mūsų širdį. Ir melskimės visi kartu su šito broliu. Ir visa bažnyčia melsimės už jį. Ar yra dar žmonių, kurie niekada nesimeldėt atgailos malda? Neprašėt, kad Dievas ateitų į jūsų širdį ir neišpažinot Viešpatį savo gelbėtojų. Ir mes melsimės kartu su jumis. Melskimės kartu, sakykit, Viešpatie, atleisk man mano nuodėmes, atleisk man mano kaltes. Aš dėkoju tau, kad tu mirėjai ant kryžiaus už mano nuodėmes. Apvalyk mane nuo visų nuodėmių, atleisk man. Pasigailėk manęs. Aš nebenoriu gyventi nuodėmėj. Nes tu mirėjai už mano nuodėmes. Ateik į mano širdį. Būk mano Viešpats. Aš netarnausiu daugiau velniui. Aš tarnausiu Dievui. Jėzus yra mano Viešpats. Jėzau, ateik į mano širdį. Atgimdyk mano dvasę. Pakeisk mano gyvenimą. Pakeisk mano širdį. Aš dėkoju tau, Viešpatie. Jėzaus vardu. Te būna tavo vardas pagarbintas ir pašlovintas. Ir dabar mes ištieskime rankas ir melskime už tuos žmones. Mes dėkojame tau, Viešpatie. Danguje vyksta didelis džiaugsmas, kada nusidėjėlis atgailauja. Aš dėkoju tau, Viešpatie, už šitos nuostabus vyrus, Dieve, kad nuo šios dienos jie yra mūsų broliai. Tu atleidai jų nuodėmes. Jėzaus Kristaus vardu tegul sugriūna, bet koks prakeikimas jų gyvenime. Tegul tamsa traukiasi. Tegul visi velnio darbai sugriūna. Viešpatie, tegul tavo jėga ateina į jų gyvenimą. Tegul tavo šviesa ateina į jų gyvenimą. Tegul tavo malonė ateina. Tegul tamsos darbai sugriūna. Tegul ateina tavo šviesa, tavo pergalė ir tavo gyvenimas. Mes dėkojame tau, Jėzaus vardu. Mes laiminam šitos brolius. Mes laiminam juos Jėzaus Kristaus vardu. Haleliuja. Ir pasakykim visą bažnyčią. Mes jūs mylim. Mes jūs mylim. Dar kartą. Mes jūs mylim. Mes jūs mylim. Aleliuja. Paplokim Viešpačiui. Paplokim Viešpačiui. Ateikit. Kad Dievas jūs palaimina. Dievas jūs mylamai. Ačiū Dievui. Аллилуйя.
начинается. Аллилуйя, аллилуйя. О, брангеи, дар норею поклаусти токе клаусима. Кас из юсу галит принти свечус? Мес турим из Кауно свечу, турим из киту месту. Гал кашкас галит принти, тай приекит при Арвидо, прошу, герей? Теги букит палайминти. Мес лаукеме юсу вису ритой. 12 valanda, po to 3 valanda, po to 6 valanda. Taigi visą dieną pas mus bus šventė. Sakyk amen. Mes dėkosim Dievui rytoj visą dieną. Aleliuja. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais.